Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Принесли мне в электролабораторию дифференциальный автомат AD14 от ИЭК с номинальным током 63 ампера и током утечки 30 миллиампер. Тот еще динозавр, так как фирмы ИЭК вот русскими буквами уже не существует, а есть ИЭК латиницей. Да и устройств таких габаритов я уже давно не видел. Хотя, поискав по каталогам ИЭК, все же нашел некий похожий диф-автомат AD14 от неизвестного мне производителя Generica. Что там в каталогах делает этот бренд, я пока сказать не могу. Но обязательно узнаю. Также подобные громоздкие диф-автоматы, причем двухполюсные, попадались мне как-то у КАЗ. То есть у Курского электроаппаратного завода тоже были достаточно большие громоздкие диф-автоматы. Итак, подозрения диф-автомата изначально падали на его дифференциальный элемент. То есть если вот посмотреть на сам автомат, вот так ладонью закрыть, это вот по сути есть автомат, обычный автомат, четырехполюсный. Вот эта часть, это уже часть дифференциальная, то есть дифференциальный элемент. Так вот, были подозрения на дифференциальный элемент, так как он постоянно срабатывал. Что было видно по соответствующему индикатору на его корпусе. Вот этот индикатор, когда срабатывает дифференциальная защита, он выскакивает. Но чуть позже я это покажу. Естественно, что проще и быстрее проверить на работоспособность диф-автомат, нежели искать какие-либо неисправности в электропроводке. А вдруг диф-автомат и вправду неисправен? Вот и проверим. Сейчас вдаваться в подробности проверки диф-автомата я не буду. Если кому интересно, то переходите на мое видео, где я подробно рассказывал про методику проверки УЗО и диф-автоматов. И сейчас я проверю только дифференциальный элемент, вот эту часть нашего экземпляра, а конкретно произведу измерение отключающего дифференциального тока, ну или измерение тока уставки, и измерение времени срабатывания при разных кратностях тока. То есть при однократном токе 30 мА, при двукратном токе 60 мА и при пятикратном токе 150 мА. Итак, поехали. Для измерения отключающего дифференциального тока, ну или тока уставки диф-автомата, в нашей электротехнической лаборатории имеется прибор МРП-200 от компании Sanel. Сейчас такой прибор уже снят с производства, и вместо них идут более современные МРП-201. Но тем не менее, мы пока довольствуемся тем, что имеем, да и прибор нас вполне устраивает. Наш диф-автомат AD14 имеет тип AS, вот этот значок, то есть срабатывает при возникновении переменного тока утечки. Также данный диф-автомат является неселективным и имеет номинальный дифференциальный ток уставки 30 мА. Все эти параметры непосредственно указаны на его корпусе. Теперь нам необходимо подключить наш диф-автомат к сети, что я и сделал. Данный диф-автомат является четырехполюсным и, соответственно, должен подключаться в трехфазную сеть 380 вольт. Но я сделал немножко по-другому. В настоящее время трехфазной сети 380 вольт у меня нет. У меня есть только сеть 220 вольт однофазная. Поэтому я подключил данный диф-автомат следующим образом. Фазу подключил на один из фазных полюсов. Вот этот. А ноль подключил на, соответственно, нулевой полюс. Ну, соответствующим образом подключил и нагрузку, то есть в виде розетки. Ну, в первую очередь нам необходимо проверить наш диф-автомат с помощью кнопки тест. Автомат срабатывает. Вот эту фазу сейчас я подключил на полюс, где именно подключена кнопка тест, резистор кнопки тест и ее контакт. Поэтому вот у меня как бы срабатывает.
Так, ну в общем, вилку от прибора я подключил в нашу розетку. Обязательное условие, чтобы розетка была заземлена. Вот этот провод желто-зеленый, это идет ПЕ-проводник шинки заземления. Иначе нам измерения не провести. Итак, включаем прибор, настраиваем тип АС и уставку 30 мА. Ну вот, тип АС, а уставка у нас 10 мА, 30 мА, и все, в принципе, готово. Поехали. Оп, отключился. Дифавтомат отключился. И как видите, значение отключающего дифференциального тока нашего дифавтомата составляет 21 мА. Что вполне удовлетворяет требованиям ГОСТ 51326.1. Ну давайте еще раз. Поехали. 21 мА. Отлично. Согласно данному ГОСТа, номинальный неотключающий дифференциальный ток должен быть не меньше 0,5 от номинального тока уставки. То есть измеренное значение не должно быть ниже 15 мА и не выше 30 мА. У нас получился ток 21 мА, что, опять же повторюсь, удовлетворяет требованиям ГОСТ. Так, перейдем к измерению времени срабатывания диф-автомата. Произведем время срабатывания диф-автомата на уставках 1, 2 и 5 кратных от номинального тока уставки. Требования к максимальному времени отключения диф-автоматов типа АС указаны также в этом же ГОСТе 50326.1 в пункте 5.3.12 таблицы 1. Так, устанавливаем переключатель прибора на однократный ток. Включаем УЗО. Оп. Время отключения при однократном токе составило 10 миллисекунд. Ставим двукратный ток. Вводим УЗО. Оп. Аналогично. 10 миллисекунд. Ставим пятикратный ток. Поехали. Оп. Также 10 миллисекунд. Получается, что при токе 30 мА, при токе, то есть однократном токе 30 мА, при двукратном токе это 60 мА и при пятикратном токе это у нас 150 мА, наш диф-автомат отключился за одно и то же время 10 миллисекунд, что вполне удовлетворяет требованиям указанного ГОСТа. Ну, на самом деле немножко странно, что при разных кратностях одно и то же время получилось 10 миллисекунд. Так как по личному опыту скажу, что все современные УЗО имеют некоторую селективность даже при разных кратностях тока. Например, при 30 мА у нее время может быть 30 миллисекунд, при двукратном токе чуть-чуть меньше, там 20-18 миллисекунд. И при пятикратном еще быстрее отключается, там порядка 12-14 миллисекунд. Данный же диф-автомат у нас отключился при разных кратностях за одно и то же время 10 миллисекунд. Ну, в принципе, данный диф-автомат достаточно старенький. В любом случае, его время срабатывания соответствует и удовлетворяет требованиям ГОСТа. Точно таким же способом проверим оставшиеся два полюса. Вот я питающий провод подключил на средний полюс фазный, ну и соответственно нагрузку на этот же полюс.
Как я и говорил, кнопка тест сейчас работать не будет, так как на ней нет питания. Итак, поехали. Вначале измеряем ток срабатывания. Опа. Ошибочка. Прошу прощения, немножко поторопился. Начал проверять диф-автомат. Питающую фазу переключил. А питание усилителя данного диф-автомата обесточил. Совсем забыл, что это у нас не электромеханический диф-автомат, а электронный. То есть у него имеется электронная плата. Вот здесь вот видите. Вон она, усилитель, который питается также вот с этого же третьего полюса, а я его обесточил. Поэтому мне сейчас нужно будет сделать перемычку на третий полюс, чтобы запитать усилитель. Так, перемычку установил, поехали. Оп. Также 21 миллиампер. Так, проверим время. О, здесь немножко по-другому. 20 миллисекунд. Давайте еще раз. 20 миллисекунд второй полюс, а первый был при этом токе 10. Давайте при двукратном. Миллисекунд также, и пятикратный, то есть все три предела диф-автомат срабатывает при за время 20 миллисекунд, а третий полюс за 10 миллисекунд. Ну, такое тоже бывает, неудивительно. Так, ну, на очереди у нас третий полюс, ну или первый, если считать с этой стороны. Так, также я переключил, перемычку оставил. Здесь нагрузку тоже переключил на данный полюс. Диф-автомат взвел. Поехали. Двадцать один миллиампер. Отлично. Время, однократный ток. 20 миллисекунд. Двукратный ток 60 миллиампер. 20 миллисекунд. Все ровненько. Замечательно. Кстати, еще раз пользуясь случаем, скажу, как же удобно, когда в диф-автомате имеется индикация срабатывания той или иной защиты. Как видите, мы проверяем уставку дифференциального тока, и при каждом срабатывании диф-автомата у нас выскакивает вот такой квадратик. То есть видите, выскочил квадратик. Причем не завести его, не включить диф-автомат, пока не нажать данную кнопку. Все, нажимаем и взводим. Когда же диф-автомат срабатывает от электромагнитного или теплового рассыпителя, ну, просто отключается, но данный квадратик, данный вот этот флажок не выскакивает. Данный функционал значительно упрощает поиск причины срабатывания диф-автомата. Очень удобно. Пришел, посмотрел, если флажок, вот эта кнопочка выскочила, значит была сработка по диф-защите. Если просто отключился автомат, то значит была сработка от защиты короткого замыкания или перегруза, то есть была сработка электромагнитного или теплового рассыпителя. В общем, какое заключение можно сделать после проверки данного диф-автомата? Данный диф-автомат работоспособен и пригоден к дальнейшей эксплуатации.
дифференциальный его элемент работает в пределах заявленных характеристик и удовлетворяет требованиям ГОСТа. Кстати, хотел вам показать, вскрыть вот эту крышку и показать, как выполнена связь самого автомата с дифференциальным элементом. Это обычная крышка-заглушка, сейчас вот этот винт откручу и посмотрите сами. Вот убрал заглушку, и вот что мы видим. Обычная связь обычными гибкими проводниками. Как я и говорил, вот эта часть у нас является автоматом. Дальше идет связь гибкими проводниками на дифференциальный элемент. И здесь уже выполнена сама дифференциальная защита. Вот так вот все легко и просто. А вот такой метод опрессовки применяется на... применялся, может быть, на заводе производителя. В принципе, если взять и открутить эти все проводники и сюда подключить нагрузку, это у нас будет обычный 63-амперный автомат. Ну, если вдруг кто-то хочет исключить из схемы дифференциальный элемент. Ну, вот на этом я, наверное, завершу свое видео. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!